Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-доктор. Давайте приступим к видеоуроку. В этом уроке я хотел бы показать вам такую замечательную функцию, как быстрое редактирование. Она доступна нам в редакторе Brackets по умолчанию. Как она работает? В редакторе Brackets мы можем редактировать файл HTML, и при этом, если мы нажмем клавишу Ctrl-E в специальном месте, там где это доступно, то у нас появится дополнительное окошко. Мы не везде можем нажимать. Например, вот здесь мы не можем нажать данное сочетание. Мы видим ошибку. Мы можем это нажимать на определенных тегах. Давайте попробуем нажать клавишу Ctrl-E для тега EMG. Мы видим, что нам предлагает создать новое правило CSS. Эта функция позволяет нам создать правило, и оно автоматически появится у нас в файле CSS. Давайте попробуем. Введем здесь любое свойство, например, width 400 пикселей. И теперь мы можем зайти в main CSS, и мы видим, что у нас появилось новое свойство. Закрыть окошко можем с помощью клавиши крестик. Для тега body у нас уже были прописаны стили. Давайте посмотрим их. Нажимаем Ctrl-E, и мы видим, что у нас прописан цвет и цвет фона. Здесь мы можем также быстро посмотреть данный цвет или редактировать, добавить новое свойство. Например, размер шрифта. Заходим в файл CSS, и мы видим, здесь появилось наше свойство, которое мы указали только что. Это очень удобная функция, которая ускоряет нашу работу. Нет необходимости постоянно переходить между файлами туда и обратно. Также данная функция работает и в CSS файлах. В основном она работает с цветами, как мы это уже и рассматривали ранее. То есть мы можем нажать Ctrl-E и выбрать цвет из предложенной нам палитры. Также эта функция работает и с прозрачностью. То есть мы видим RGBA, так как мы добавили прозрачность. Используйте эту функцию, дорогие друзья, она значительно ускорит вашу работу. До новых встреч в следующих видео. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, переходите к следующим видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!